Приветствую всех уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала, с вами Черный Металл. Что я могу сказать? Оценников, конечно, в этой игре я немного придурел, но решил все-таки посмотреть повнимательнее и нашел вот такую вот штучку. Улучшение костюма. И мы можем хотя бы сделать то вот количество ячеек, которые мы можем иметь в костюме. Улучшение пока стоит 5000. И все, да? Больше ничего не могу сделать. Блин. Так, предлагает устанавливаемые экзокостюмы улучшение обмен на скопление нанитов. Модуль улучшения. Так. Модуль щита. Подводная защита. Защита от радиации. Ух ты, ё. А так, вот система жизнеобеспечения. Пожалуй, мне модуль нужен. Нанитов у меня, кстати, довольно-таки нормально. 175. Так, берем. Двигательная система. Экзокостюмы. Используешь обычную систему. Увеличивает объем бака радиоактивного ранца. Снижает скорость расхода энергии системы. Жизнеобеспечение. Берем модуль щита. В инвентаре костюма нет свободных ячеек. Хорошо. Модуль защиты от токсинов. А, модуль системы жизнеобеспечения. Погоди-ка. Давай-ка посмотрим, что у меня по технологиям. Какие эти модули-то? Модуль системы жизнеобеспечения, технология. Ах ты ж зараза, это все сюда складывается. Да ладно тебе. Ну, Е нажал. О, оно как. Аммониевый дренаж. Восстановление, восстановитель кислорода повышает эффективность системы. Жизнеобеспечение, позволяя реже производить перезарядку. Паки плюс 10%. Вот это уже интересней. Так, что у меня здесь? Дроно-стимулятор. Повышает вместимость баков реактивного ранца, запас адреналина. Да нахрен мне это надо. Ну хотя, блин, а тут как же... Я улучшение от А2 взял, вот еще такой двигательной системы есть. Так, а как мне скафандр-то купить получается? Можно как-нибудь? Так, модули. Каждая базовая технология может удерживать 3 модуля. Каждое улучшение заглядывайте. Заглядывайте на все станции. А, значит, скафандр я поменять не могу, что ли? Это идиотизм. Так, здесь у нас что? С тобой понятно, не поволоболишь. Ну, кренделем тоже. Это вообще оружейка, которая мне нафиг не нужна. Блин. О, точка сохранения. Вау. Ха, интересно, слушай. Я хрен догадался. Так. Так, а давай мы что-нибудь продадим. Купить модули. Продать, к примеру. Модуль двигательной системы. 58 нанитов стоит, да? Инвентарь. Понял. Значит, надо это вынуть. Что мне тут не понадобится, это в любом случае. Нейронный стимулятор. Дальность бега. Время восстановления ускорения. Скорость зарядки. Блок реактивного ранца. Засранца. Энергия солнечной панели. Чего? Аммониевый дренаж.
Значительное улучшение системы жизнеобеспечения. Система жизнеобеспечения заметно улучшается. Значительно повышает параметр энергии солнечной. Чего? Реактивные ботинки. Технологию надо установить, она у меня даже не работает. Да, прекрасно. Так, а можно как-то удалить? Ага. И давай тогда... Короче, я вот так вот сделаю. Итак, что я могу точно себе сейчас воткнуть? Вот это, во-первых, мне нужно. Улучшает двигатель системы экзокостюма. Технология. Ставить. Понял. Почему через Е? Ладно. Можно с ним поменьше базарить по всякой ерунде. Так, модуль двигательность. А, понятно. Модуль щита, модуль подводной защиты. От радиации, от токсинов. Модуль щита, модуль системы жизнеобеспечения. Вот это вот мне нужно. Хоть дорогое, но, честно говоря, плевать. И вот система жизнеобеспечения, самое главное, и страдает. Так. Солнечно... А, энергия солнечной панели плюс 19. Ну, ни хрена себе. Так, стоп. Это у нас... Ну, блин, я даже не знаю. Давай установим тогда вот это. Пусть будет. Ну, пожалуй, все, друзья мои, что я могу сказать. Мне жизнеобеспечение сейчас только крайне нужно. Но технология щита... Блин, давай хрен с ним изучим. Так. 76, да? 175. Ну и что у нас там? Ничего себе! Вообще шикарно! Вот это я понимаю. Уже пожить подольше сможем. Мне уже достало вздыхать постоянно нон-стопом. Налоги продавец. Да пошел ты! Я торговец. Ты мне не нравишься, я с тобой торговать не хочу. Так, ну, кстати говоря, по поводу улучшения некоторых параметров, я вам могу сказать. Ну, бегает, конечно, он не быстрее. Да и хрен с ним. Главное, чтобы система жизнеобеспечения была адекватна. Это что еще такое? Прелесть. Ага. Купить, значит, мы можем разные вещи. Породная капсула. Вот это вот хорошая хрень. Мы можем их купить за 410. Давай возьмем ключик 20. 5. Так, нестабильная плазма не нужна. Синтетический гель.
экспериментальная энергетическая. 19 кобальт. Так. Обшивка, аммиак, чистый феррит, хлор. Продать, к примеру, здесь можно натрий. Нет, кислородная капсула. Пошли вы. 25 за 8000. Прости. 342, да? А покупается она за сколько? Кое-что тут увидел, ну ладно, сейчас. Купается она, ну понятно. Разница цен не слишком велика. Если не то, что что-то не то купил, можно это и продать. Так, проводной станок. Да ни хрена. А, платина. Ну ничего себе. А ну-ка продать золото, к примеру, сколько будет стоить? 26 штук, смотри, за сколько. За 1000 и все. Не, надо на планетах сканировать. Реликвия гекков. Так, популярно торговство, которое считают символ свободной торговли и мира. Металлическая статуя и средняя культурная цена. И вот теперь вопрос, а стоит ли их продавать? Знаете, я лучше продам. Скафандр. Две штуки. Тоже продадим. Кидающая масса 2000, нет. Золото. 139 за 45464. Кстати говоря, очень хорошая цена. Промметалл сколько, прости, 70. Ну тут 323, с ним геморроя много. Прости, сколько кобальт стоит? Кстати говоря, надо лететь за кобальтом. Я знаю, где его просто дохренище. То есть, а, блин, погоди-ка. Навигационные данные я могу продать. Значит, кобальтом можно неплохо разжиться. Кислородная капсула не продам. Значит, кобальт, да? 323 за штучку. Промметалл. Вообще хорошо стоит. Ай, ну тут много чего, конечно, можно. Так. Удобный продукт, крайне популярен среди гекков. Стоит. Не знаю, что это. Куб карванского устройства, в котором карвак сохраняет историческую культурную ценность. Сейчас чувствую, я делаю что-то не то, а это все мне аукнется, да? Честно говоря, простите, плевать. Кислород. Вообще, смотрите, дешево стоит. Сколько у меня с ним геморрой было? Так, давай-ка подкупим кислородных капсул. Вообще на все. Я не знаю, какой там стак. Так, полтинник, да? Блин. У меня есть кислородные капсулы. Остальное насрать. И как же они мне нужны были? Теперь кислород хоть не так нужен будет, жестко. Так, ты у нас, дядь, кто такой? Диспетчер. Начинается. Форма. Короче, понятно. Ни хрена не понятно. Есть терминалы? Диспетчер заданий. Я бы вас послал сейчас куда-то надолго. Тут еще и телепорт есть. А, вот почему у нас. Погоди. Знаете, я смогу на станцию телепортироваться прямо с баз. Ну, слушай, это удобно. Я думал, здесь делают анонизм. Летает туда-обратно 25 раз. Да нет. Смотри. Торговец, делец. Так,
Так. Единство странниц существует. Похоже, внутри электронной формы жизни протекает множество процессов. Она направляет один из своих процессоров на меня. Тренировать лингвистический навык. Короче, с диалектом, давай. Попросим помощи. Так, дает набор символов, обозначая понятия, которые не могу выучить. Символ дружбы, символ статуса, символ торговли, нафиг. Так, выучил символ торговли. Что-нибудь еще могу? Тренировать лингвистические навыки. Напоминаю, тантантен, единственное. Торговля меня интересует. Ну ладно. Значит, так. Так, ладно, диалект Корваксов. Символ дружбы. Спасибо. Надо же, тут имеет смысл разговаривать с инопланетянами, сразу в школу не ходить. Ладно, лингвистические навыки. Торговаться. А, так ты не интересуешься этой темой. Я понял. То есть они не все знают. Тихо гудит, он доволен моим знанием и культуру Корваксов. Так, прекрасно. Так, давай тогда к этому барану опять. Так, 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 да неинтересно мне так лингвистические навыки. Блин, а чё ж торговлю-то не потренировать? Это вообще жопа. Отзвуки. Мигает подсветка, но ничего не говорит. Похоже, он сомневается, что я понимаю только что произнесенное слово. Всё? Или еще что-то могу? Ну ладно. Увы. Так, слушай, не видел, мне нужна помощь, которую он не может оказать. Господи. Ты еще что за хрень? Воин дрожит с нетерпением, направлен ко мне. Он злобно гавкает, показывая пожелтевшие клыки, окровавленный язык. Пустил свой язык, но едва возникнув, его ярость тут же стихает. Он торжественно кивает и дает понять, слушает мою кровь. Помочь с диалектом. Ну а как же еще? Ага. А, ладно, символ дружбы. Да. Отворачиваться от стыда. Да ладно, хрен с тобой. Хоть немного чего-то изучил. Так, я уже с тобой поговорить могу, что-то мне там рукой махать хотел. Конечно, нет. Сомневался. Так, теперь ты иди сюда. Рогатый. Так. Диалект. Давай символ торговли, может. Давать. Круто. Чё не все с планшетниками заходили? Ну, понятно, короче, как и у нас. С планшетниками, с телефонами. А как же еще? Данные. Так, господи, помилуй. Отношения еще порчу, не пойми с чем. Ладно, помощь. Вот мне нравится, да? Так. Угу. Гель-система жизнеобеспечения.
Поможешь? Не. Господи, помилуй. А если он не может в этом помочь, зачем его это спрашивал? Дали бы хотя бы нормальный ответ. Ну ладно. Ты меня хоть чему-то можешь научить? Пак. Сейчас по планетам надо будет. Вообще ничему не можешь. Ну ладно. Сиди уж. То есть с каждым надо тут что-то сделать. Я вот не считаю уже, мне просто интересно. Ну. Жал. Так, ты у нас кто? С одной стороны корабля никого нет, зато здесь с другой стороны корабля народу полно. Так, символ странства, символ технологии. Что это делаем? Кто-нибудь объяснит? А я ничего не понимаю. Так, исследование. Ага. Новая технология. Хром, металл. Защита перчатки. Прекрасно. Я еще помимо всего этой технологии новую открываю, да? Забавно. Очень. Так. Природные нанотрубки. Зачем они мне? Он мне в качестве подарка, что ли, дал? Нах надо. С тобой разговариваю. Понятно. Особенно не побазаришь. Но мне нравится. Нравится. Нечего сказать. Так, продать. Уран. Блин, какой он дешевый. Мердит дешево. Живая слизь тоже какая-то хрень. Фрагмент кристалла дешево. Относительно. Давай микропроцессор продадим. То как-то не то не сё. Понятно. Хотя бы некоторые вещи базовые. Так, у тебя что-нибудь есть? Блин, знаете, вот эти вот персонажи, которые не выделяются никакой внешностью, меня немного пугают. Вообще-то меня больше пугает этот пол стеклянный. Понятный, ученый. Да. Так, значит, каждая станция доступна только одно улучшение. Вот, блин, это сколько же мне надо станции будет прочесать? Я хоть что-то где-то мне, блин, понимать. Так, ладно. Для начала открытия. Наклон, гамма корень, медь, уран, соль. Изотопная планета. Медь, уран, серебро. На какой планете я тут очухивался? Возможно, вот на этой. Адуиса. Давай-ка попробуем ее как-нибудь найти. Хорошо, погодь-ка.
Стоп, а Дуис должна вот это вот где-то быть. Так, это с Луной планета, да? Значит, вот планета с Луной, потом идет эта планета. Она за ней должна быть, так. То есть, планета с Луной. Вот эта хрень. Планета с Луной, тут задом наперед идет. И после нее должна быть, значит, это вот планета. Награда 100 тысяч, а я по жопе не получу. Ну ладно, я сохранился там, по сути. Внимание, обнаружена угроза. Чувак, у меня кораблик-то немного помощнее будет. Я прицел не вижу просто вообще. Вражеские корабли уничтожены. Интересная личность. А, два из девяти. В общем-то, смотри, ну, нормально как бы. Так, на крузин мне надо или что? Нет, на крузин это... Крузин это вообще не в тему. Ха-ха, мне надо сюда. Одиссея какая-то. Ох, как же мне планету-то найти? Зеу Гамма. Мне нужно надуться.